Всем привет! Сегодня мы будем... Да, сегодня мы с Саньков, я Санек, он Санек. Сегодня мы будем реставрировать свечной колодец с запоротой резьбой. Пока это не видно, но чуть позже вы все узнаете. А для начала нам нужно вот этот патрубок сдернуть. Да, он даже не затянут, оказывается, у меня. А, ну, значит, тем легче. Так. На. Этот патрубок. Да? Блин. Нормально. Резьба. Она там сейчас закручена была, не? Да. Ну как это ржалый. Тяжело этим свечам уже, сука. Сколько? Столько, сколько машин? Это свечи Денза, они хорошие как-то. Ну, знаешь, рано или поздно даже хорошие свечи. Ну, кстати, мои, которые я поменял, тоже так же выглядят примерно. У меня тут более-менее там. Ладно. Закрутился. Блин, слушай, а у тебя переноски нет, чтобы в колодец заглянуть? А, сейчас телефон. Сейчас, свечу. Сейчас, подожди, у тебя фонарик есть? Потрясающий перенос. Потрясающий, ладно. А пока мы ждем потрясающую переноску, мы смотрим не менее потрясающий ремень ГРМ. Охренеть! Видали такое, а? Ну хотя, чё я как-то на своей десятке тоже на таком ремне в путешествии за 1500 километров поехал. Нормально, доехал. Всю дорогу очковал, но доехал. Засадим. Ну, давай по чуталик там, допустим, оборотик сделал, достал, протер, смазал и все такое. Вот чтоб ни одна эта туда стружечка-то не упала. А то придется башку сдергивать. Да не, наверное. Ну ладно, ну не оборотик, но все равно как бы это. Да, подержи. Так вот. Главное, чтобы его ровно закрутить. Так, нормал, да? Угу. Ну, а что-то она уже куда-то в сторону пошла. А от руки сначала не наживлялась? Не наживлялась. Потом не наживлялась уже. Слушай, по-моему, пора обратно уже выкручивать. А то там сушка еще полезет. Я боюсь, что мы не туда ее сделаем. В смысле не туда? Как не туда? Ты же сказал третий цилиндр. Куда не туда? Нет, третий-то третий. Это неровно, в смысле? Так, ты эту, да, на клемму не надо. Ну, там вроде ровно стоит. Ну, вот, считай, вкрутился. А так мотыляется. Ох-ох-ох-ох-ох. Что там, хоть я думаю, пошло? Если мы надо сначала, наверное, метчиком надо пройтись нам. Ну так у тебя в руках-то что, не метчик разве? Нет, это же этот. Чё? Сейчас, чтобы нам отверстие расширить. Не, ну, так... типа как развертку же. Ну он там, да, видал сосун 2 в 1. А давай выкручивай обратно. Зачем? Подожди, сейчас только. Вроде резьба нарезается. Да? Надо было чуть-чуть машину сюда толкнуть, наверное. Ну, надо было. Что мы видим? Что мы видим? Я что-то затрудняюсь сказать, что мы видим. Что-то у меня такое ощущение, как будто продавец нас обманул. Ну, да, на первый взгляд видит так, как будто резьба нарезается на метчике, а не на голове. Вот именно. Походу, мы сейчас поедем нарезать резьбу продавцу. Ладно, будем считать, что так и надо. Так и надо. Хм.
Ну ты таким макаром сейчас мотор в преисподнюю продавишь. Как говорил Макс плюс 100-500. Прямиком в ад нахуй! Тебя Оксанка ругать будет потом. Будет. Это тут. Вот говорится. Сейчас что-то попахивает форсом. Ага, аж капот затрещал. Ты сейчас тут всю машину в узел свернешь. Зато пошла. Ура! Строили, строили и наконец достроили. Интересно, на поршень-то заденет, нет? Ну, крутнем чуток. Если что, можно посмотреть? Эх, Гренка, что-то как будто... Что, криво? Закручивается или нет, мне как кажется. Да не, прямо идет. Нормально? На мой взгляд, прямо. Ну, по крайней мере, под тем же углом, что и эти вот... Каких? Колпаки. Вот если сейчас... Этот... Это метчик? Метчик, да. Отломается и останется там. Придется бы делать трехцилиндровый автомобиль. Ну да, что его, на отверстие просверлишь так вот. Тут. Чтобы просто это. Сжатием не тормозил, и все. Форсуночку заглушишь. Вот тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Ну что, мало ли по миру трехцилиндровых ездит. Откручу, это... наверное. Что-то больше не идет. Ну давай. Этот же Део Матис. Ездит, он вот вообще не парится. Даже без тахометра. Может, эту стружку уже мне тормозит там? Теоретически, возможно, и это. Нет, он вроде нормально нарезает. Ну, прекрасно. Так, тут что мы видим? Сейчас на самого сейчас чуть-чуть еще надо крутить, барьерчик надо. Самый тяжелый элемент надо. Интересно, а тут... Он сейчас как раз выровняется, и потом просто будет резьбу нарезать, получается, и надо будет вкрутить вот этот. Ну, в общем, да. Я вообще сейчас подумал, интересно, возможно ли такое, чтобы вкрутить вот именно что только в начале вот ее нарезать, эту резьбу, но вкрутить вот этот коротыш, а половину резьбы оставить родной. Да половину, что ли? Да. То есть... Нет, я думаю, не получится так. Сколько? Блин, вот воздух был бы, сейчас, короче, закрутили бы этот до конца и воздухом продули бы. Ну хотя сейчас этот. Так стартером крутанем просто и тут. Он воздух, я думаю, выбьет его. Чё выбьет? Стружки всякие, мусор. Думаешь? Да. А может, оно сразу между поршнем и цилиндром станет? Нет. Я думаю, что все пойдет. Ну да, я думаю, что лучше с литолом на пальце их повыковыривать оттуда. Да? Так надежнее будет. Блин, у меня же был магнит, надо магнит. Ага. А давно ли алюминий начал магнитом-то собираться? Да, точно. А мы бы собрали. Я боюсь просто, что она потом открутится вместе со свечой. Ну и чё? Чё? Скажи еще, что не докрутилось. Вроде докрутилось, посмотри. Да докрутилось. Нормально все. После того, как машина сейчас поработает, будем откручивать еще раз. А зачем? Посмотреть свечу. А что ее смотреть? Что, свечей не видел? Вон еще три лежат. Ну, в смысле этот. Открутится ли она с ними или не открутится? А... Мне главное, чтобы она там села навсегда уже. Именно футорка?
Да, вот прям, чтобы там засело там на века. Запускаем танк. Минутка политинформации закончена. Будем запускать. От винта! Реально, отойти в сторону, а то свечка вылетит нахрен. Ура! Ух, басовитая! Правда, подшипником генератора кранты похожи. Но ничего, жить будет. Да, по-моему, нормально. Хотя нет. Немножко неровно, да. Здесь неправильно, да? Не, вряд ли. Проедем. Может, хоть ворота открыть? Так вот надо было маленький да. Итак, приступаем к записи результатов нашей работы. Ох, ее. Она резвая. Ну это же девятка. Да, ее по-новому. Не дорога, а таз. О, АБС-то нету. Что-то у нас там багажник вроде не закрыт. А у тебя там у тебя же там замка нет? Замка нет? По-моему, нет. Был, был. Не знаю, я не видел. Я видел чисто дырку. Так что хлопушка у тебя сейчас на все 100 оправдывает свое название. Ох, ё. Вот это, бля, мощь. Да. Давно я на ней так не гонял, блин, а? Прямо свою молодость вспомнил. Ну, ё-моё, Сивик-то поди жалко так. Сивик вот так, блядь, с асфальта не трогается в автомате. Ну да. Чего там? Автоматы, автоматы. Что там, ну, что там, там автобусы, не автобусы. Вот эти проезжайте быстрее тут, на чётки пацанам понаваливать надо. Есть немного, да. Бум-бум. Не, бум-бум тут не будет, но... Пип-пип-пип. А ёшки-матрёшки, чё встряли-то? Реально уже что-то прям... Мы уже даже светофор проехали, а почему-то все на месте стоит. Мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров оцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. И как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. И вдруг увидел солнце
тогда себе сказал: я выбираю жить в наив. 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 Когда сел я у реки, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. Однажды, как обычно, я летал во сне, в руку слышал солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в крови. 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 Разобраться в людях, я устал одет. На моем пути встречалось много разные все. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей, идут по головам, не жалея ногтей. Черта оправдает лишь бы оседать цели. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят в беде. Стоящие за совестью, упертый за честь. Смотри, не разорви. Горячее сердце. Ну что, нормально? Единственное, только где что-то это нагрелся? Да, я вот там. Вон оно что. Понятно. Тишина. Ну вот, на этом, так сказать, оживление на сегодня закончено. Сань, попрощайся. Есть, но я говорю тебе пока. Все, давай пока.